Попробуй заснять на видео, как она смотрится. Правда, темно, ничего не видно, но может что-то будет видно. По кузову красилась только морда, как и говорили. Передние партроники есть. Тут фара немного такая, типа вот матовая. Косяков по морде я не вижу. Ну, пару сколов такое, и то это даже мошки. И вот еще косячок. На этой фаре тоже чуть. Минимальный пескоструй. Лобовое родное, да? А она какого года? 11. А, ну да, тогда. Как минимум 11 и оригинальная. Так. Бордюрка чуть-чуть есть. Резина лето. Хорошее состояние. Какой год я тут вижу? 22-й год. Тут ручка, замок работает, стекло приопускается, по карте замечаний нету. Вентиляция, электрорегулировки. Тут просто грязно. А это грязь. Это что такое за полоска такая? Непонятно полоска. По-моему, где-то прочирикали вот это вот. Ну это полирнется, да? Короче, я думаю, скорее всего, повернется. Вот такая полоса идет снизу. Так, тут ручка работает. Карта без замечаний. Тут все вроде норм. Шторка сзади работает, проверял. Регистраторы спереди, сзади. Ага, вижу, вижу. Не, я увидел, я смотрю. Мне показалось, что еще. Вот вмятинка есть. Не знаю, будет ее видно, не будет. И где-то еще только что видел. Ну, короче, что-то минимальное. Вот вмятинка. Так, бордюрка тоже есть. Партроники сзади, камеры нету. Тут замок тоже работает. Ну, в принципе, тут нормально. Пластик тут, как обычно. А, да, у них болячка тоже. Так, по подкапотке у меня вообще замечаний нету, там все сухо. 2-литровый дизель, все сухо, турбина сухая. И там я везде тоже заглядывал, все сухо. Вроде шкивов тоже сухо. А, кстати, кондиционер не работает у нее. Ну да, и трубки вообще без изменений, обе горячие. Тут вроде все. Вы в какую сторону сейчас поедете?